Как, не громко там? Каждый выбор, каждое действие имеет последствия. Некоторые спасут кому-то жизнь. Некоторые приведут к смерти! Эх! Я вложила все силы в поиски. Силы, о которой мне поведали столетия назад. Неподвластной времени. Ебать! Всезнающей, прожорливой. Сущности. Такой близкой к нашему миру, но недоступной. Пока не появился он. Фрэнк Стоун. Мой ключ. Мой убийца. Я Августина Либер. И я изменю наши миры навсегда. Давай. Давай, Августина, запусти. Запусти, короче, это. Голосование. Сделай красиво. Ебать. Ну это не страшно. Блин, мне нравится, что есть русская озвучка. Это классно. Ебать, там трешак, походу. А, это ребенок плачет. Я думал, там женщина орет. Как дохлая. Так, что за призы, Сначала прикольно. Ебать, ну чувак. Сэм, хоть что-то там на завод столетие, бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла. Полагаю, ты здесь ночной сторож? Ага. Ты один? На всю эту площадь? Нет. Есть помощник. И где он сейчас? На смене? Тип того. Мерлин ходит, где ему вздумается. Задержка минуты 3-4. Я не знаю, как убрать задержку на ВК-плей. Доберман Пинчер. Лучше друга и не сыскать. Верный просто до гробовой доски. Ему верю больше, чем себе. Время не идет? Блять, время идет. Серьезно? Я хочу задать несколько вопросов. Вы собака. Используйте R. Ага, ты и твой пес. Мерлин. Мерлин. Вы двое охраняете весь завод.
Знаю, знаю, многовато. Но, между нами говоря, работу мы выполняем. Но не пойму, куда он пропал сегодня? Может, я его спугнул? Спугнул? Хорошая шутка. Я Томас Джефферсон Холт. Можно, Том? Сержант Сэм Грин. Ты вроде не из прихвостней Кусича. Капитан направила меня к шерифу Кусичу в качестве подмоги на время этого расследования. А, из-за пропавшего мальчишки? Именно так. Чё-чё-чё? Вопросительный. Неодобрительный. Ты пил? Честно, как полицейский, мне типа похуй, блядь, пил он там или нет. Мне главное задание. Здесь происходило нечто подозрительное? Сегодня? Нет, блядь, вчера, нахуй! Да вообще. Нет? Ничего. Да? Ничего. Задержка 3-4. Я не знаю, как задержку брать. Ты, блин, можешь мне не верить. Спроси шерифа. Шериф Кусич был здесь? Он приходил вчера вечером, выспрашивал то же самое. И я ему рассказал то же, что и тебе. Быть не может, чтобы мальчишка был здесь, а мы с Мерлином ни сном, ни духом. А что сказал шериф? Ладно, Том. Потом он сел в машину и укатил. Хм. Чё выбираем? Как раз время... Да, 3-4 минуты, блядь. Если 3-4 минуты задержка, то это пиздец, нахуй. Хочешь сказать, что никто толком не проверял завод и не искал здесь мальчика? Под словом «никто» ты и Мерлина имеешь в виду? Нет, Том, вовсе нет. Я про следователей людей говорю. Ну тогда, Сэм, не могу поспорить с твоим умозаключением. Это что за трах? Не возражаешь, если я смотрю территорию? Не знаю. Никаких возражений. Ну так все закрыто на ночь. Это не проблема. Есть еще Мерлин, конечно. Конечно. Увидишь его, скажи, я его ищу. Спасибо за помощь, Том. У меня такое чувство, что так как я не везучий, значит собака загрызет нахуй. На ультре пошло залагивать. Это что, только сейчас получается этот, блядь, скажи? Так я это сказал уже давно. Бля, неужели такая задержка ебейшая? Конечно, все позакрывали на ночь. Тогда все переходим на Twitch. Задание. Найти вход на завод. Для перемещения используйте. Ой, прикольно. Прикольно, что можно вот так вот сделать. Потому что в Детройте, блядь, только вот такой какой-то дебильный вид. Чё лагает? Блядь, неужели лагает, нахуй? Давайте как в это, в Игоре, блядь, можно полутаться, нет? Бля, ну графа приятная. Ничего не скажешь. Как там собаку звали? Мерлин?
Бля, у меня привычка от Детройта, короче, это. Ёпта, алкаш проснулся, бля. Так, чё нам туда? Бля, ебать, стрёмная хуйня, конечно. Я вот как раз хотел себе ебучую страшилку, бля. Походу, я её нашёл. Окно открыто. Можно внутрь пролезть. А там кто ходит, блядь? Бля, будет угарно, если мы сейчас первого же персонажа въебем. А тут не пройти, да? Все, понял. Ну, погнали. Бля, а что ж с Ютубом-то делать? Ёб твою мать. Ну, Ютуб, ладно, я могу видео, блядь, она тоже, наверное, херка выставится. По заводу, блядь. Ночью. Тише едешь. Начать поиски пропавшего ребенка. А чё там, Мороныч, что-то глючит, что ли? Может, битрейда не хватает? Не понимаю. Ребятки, как картинка? Блять, а никто нахуй не смотрит, ёпт. Спасибо, что все прожали, блядь, 9 человек лайков, нахуй. Пиздец. Очень, блядь, обидно. А чё там, Мороныч, что-то глючит? Ничего не глючит. Бля, а на телефоне нет задержки. А вы через что все смотрите? Через ПК, что ли? Да вообще не говори, блин, стрёмная хуйня. Ну давайте искать. Телефон работает? О, смотри, пролезть можно. Ну такая стрёмная штука, конечно. 9 часов. Ни хрена это у них так в 9 темно, блин. Тут заперто. А тут закрыто. Ну понятно, здесь. Здесь все понятно. Да, задержка 6-5 минут. Алло, Сега. Во, а на Твиче как, слушай? На Твиче заебись. Бля, луна, смотрите, какая красивая. Ты тут? Тут, тут. Да. Тут я, а чё? Я...
пишу это сообщение в 10-20 раз. Да ладно. Ты хочешь сказать, хуёво так работает этот чат, ёбаный, блин? Может, из-за чата сейчас там минуту? Блядь, ты всю, сука, атмосферу нам портишь, блядь. Ты заебал, блядь, ёбаный рот, нахуй. Тогда, блядь, страшилку тоже включили, блядь. Пришел такой, блядь, не страшно. Блядь, чё тут бояться? Фу, блядь. Сейчас, блядь, тоже. Алло, алло, блядь. Алло, нахуй. Ёбаный рот, блядь. Этого казина, блядь. Алло, алло, блядь, я не знаю, я сразу читаю. Вот. Ты не в 20-й раз пишешь, вот только сейчас написал, тут лучше. Так, блядь, сука, погружаемся обратно. Погружаемся, ёбаный рот, нахуй, блин. У нас, блядь, завод. Александр Васильевич, здорово, Серега, здорово. На ВК Плей звезда. Так, я полицейский. И я ищу мальчика. Ёбаный в рот, нахуй, блядь. Ёбаные задержки, блядь. Здесь мальчика нет. Эй! Есть кто? Полиция! Чего удерживать, блядь? Я вот проебал, нахуй. Кого там удерживать, нахуй? Ёбаный рот, блядь. Чё за игра? Слушай, а новая игруха, которая вышла? The Casting of Frank Stone. Полностью на русском, плюс еще, блядь, этот... от создателей ДБД. Сейчас, минут, что-то я вообще... А-а-а, может задержка, потому что надо обновлять страницу? Три уникальных зрителя. Здорово, уникальные зрители. Так, погружаемся обратно, блядь, в этот, нахуй. На Твиче все адекватно. Гоу-гоу-гоу. Я не понял, что там нажимать. А, все. Блядь, ну это, конечно, неудобно. Получается, левый бампер. Там есть кто-нибудь? Блять. А что это было? Кто здесь? Лампочка, а? Кто здесь? Мне уже звуки не нравятся. Давайте поверху, ну нахуй, если это снизу, блядь. Все продумано, сука. Придется смотреть на какую-то хуйню. Кто здесь? По звуку уже понятно, что пиздец какой-то. Эх, ну и вонь. Ёб твою мать. Здесь главное разговаривать.
Твою мать! Слушай, Грин! Сержант. А, да, конечно. Это... Ты не видел Мерлина, так ведь? Не, прости. Бля, с утра играть рядом? Такую дичь. Не. Да, просто... Боже, ты не чувствуешь эту вонь? Обоняние давно отказало. Довелось лично познакомиться и подружиться с горчичным газом, сидя в окопах. Это своего рода даже дар. Надо выяснить, откуда идет запах. А чем пахнет? Мне очень страшно, мне пиздец тоже. А ты куда съебался-то? А? Ну все, вдвоем, блядь, веселее нахуй. И уже не так страшно. Одному туда, в натуре, блин, идешь, блядь. Еще наушники на полную, блядь, захуячены. Собака! Мерлин! Вот ты где! А мы думали, куда ты подевался? Вернись, песик! Ёшкин кот! Хотел бы я вас представить друг другу, как полагается. Ах, черт побери. Я б вообще б не дотронулся бы до этого говна. Это ты для него достал? Нет. Похоже, кое-кто нашел путь к сердцу твоего песика. Через желудок. Быть не может. Мы с Мерлином команда. Кто стал бы лезть между человеком и его другом? Это что? Сосиски, что ли? Ну, я думаю, это пельмешки. Пиздец, блядь. Вы только гляньте. Вот же псина. Это не того мальчика, которого ты ищешь? Так. А как ускорить время? Никак? Надо по-любому ждать, короче. Странная хуйня. Долгие ответы, вот это вот непонятно как-то, блядь. Фу, блядь. Доказательств нет. А если... Сделай одолжение, отбрось эту мысль. Все твои догадки сегодня слегка мимо кассы. Ебать, он взял, короче, улику и в тряпочку положил. Но это, конечно, пиздец. Блин, ну, дичь, конечно, полная. А, это мусорное ведро, бак, в баке мясо. Так, что делать-то? Туда идти? Я не хочу. Бля, давайте покурим. Я что-то прям вообще весь на эмоциях. Блин, прикольно. Бля, нормально, мне нравится. Мне нравится игруха. Если она будет так же держать в неадеквате, блин, и в напряге всю игру, это будет, конечно, пиздец прикольно. Давайте, у нас антракт. Минутный антракт. А я пока подумаю, что сделать, блин. Получается, жопа какая-то. Ютуб не подключается. На ВК Плей какая-то задержка 6-минутная, блин. Только Твич нормально работает. А Трова вообще пиздец. Молчат нахуй. Ёбнутые нахуй, блин. С своими боксами, блин, дебильными.
Так, я тут. Фу. Знаете, что попробуем сделать? Попробуем по-быстрому Юпу опять запустить. Понятно, не запускается. Ладно, хер с ним. Так. Ой. Коллекция. Отношения. Ну чё, пойдем за твоей собакой. Фу, по какашкам прошелся. Фу. Что это был за звук? Давай, идем. Держись сзади. Почему сзади? Пусть идет впереди. Ёпта. Прилетел донат, а я даже не знаю от кого. Ну что за хуйня? Ёбаный рот. А, я все кнопки перенажал. Бля. Нормально, бля. Угар. Это тебе. Спасибо большое, Джонни. Развеял обстановку. Фу, блядь. О. Так, а это что такое? Решетка? Да, для чего она? Ну, для печи, наверное. То есть ты не знаешь? Эй, я работаю при заводе, а не на. Найти, чем можно вскрыть решетку. Мы оттуда пришли, да? Ёб твою мать! Нахуя так пугать-то, бля? Я думал, это в игре, бля. Фу, блядь. И так стрёмно, вы чё? Это подойдет. Что подойдет? Что подойдет, блядь? Мы у деревянных досок. А, вон, вижу, подсвечивается. Можно сделать голосование, но я почему-то не могу. Давайте сейчас... Голосование можно сделать. Давайте его каким-нибудь, блядь, жестким администратором сделаю. Сделать модератором. Предупреждение, отстранение баны. Подарить подписку личную. Пожаловаться, заблокировать. Сейчас, ребят, блядь. А! Полное поглощение. Полное поглощение. Ну, я тебя вроде модером сделал. Фу, блядь. Опа. Опа.
Опа, блядь. Опа, горит. Опа. А можно еще что-нибудь взять? Бля, ну у нас револьвер есть хотя бы. Это уже радует. Не радует, что я играю на геймпаде, блядь. Потому что целиться я не могу. Пойдем. Как тебя зовут? Я забыл. А, решетка. Назад. Блять, может поможешь? Стоит там наш. Мне эти звуки нахуй. Короче, я-то ОБС включу обратно, потому что я так хотя бы буду понимать, что происходит. Ладно. Возьми. В машине рация. Свяжись с участком. Ты что, дурак? Я туда не полезу. Куда ты собрался? Ты правда думаешь, что мальчик внизу? Я не уверен, но нутром чую что-то нехорошее. Эй, и вот это еще тоже возьми. Обязательно передай шерифу. Боже, я не знаю. Нельзя терять ни секунды. Мне нужна твоя помощь. Как отключить вот это вот, блядь? Мне нужна твоя помощь, Том. Правда нужна. Я не уверен, что годен для такого, дружище. Не зря есть такая штука, как призвание. Ответь на этот зов. Ты справишься. Господи, что тут не справиться? Дойти до машины, блядь, и взять рацию, нахуй. Я... Ага. Я справлюсь. Эй. Жесть. Я надеюсь на тебя, Том Холд. А почему мы потеряли Тома? Твою мать! Блядь, у меня глаз дергается. Блять, хотел хоррора, получил. Черт! А
А почему поднять нельзя? И чё, и куда пойдем? Направо, налево? Фу-фу-фу-фу-фу-фу. Давайте разговаривать, так не очень страшно будет. Вот я, может, попозже пойду в бассейн. А вы в бассейн ходите? Ебаться, сраться нахуй. Я бы в жизни не пошел бы в такую дыру. Почему не поднять шапку-то, я не понимаю. Ебаться сразу, блядь. Целый лабиринт. И куда пойдем-то? А, ну здесь закрыто. Бля, ну сделано, конечно, классно. Мерзко. Страшно. Темно. Ёб, тут еще дверь какая-то. Ну пошли. Деревянная лошадка. Я уже весь в поту сижу, ребят. Мы нашли деревянную лошадку. Я бы никогда не пошел бы в такую хуйню. Я бы сказал бы: так, Джонни, идем к машине вместе. Ну нахуй, подкрепление. Один я не пойду. Мамочки. Ладно, закрыто. Ну, обстановка вообще по кайфу.
Наверное, сюда. Как ему, блядь, самому нахуй? Он еще и бегать может, ёпта. Огонь? Блядь, это какой год, нахуй, что огонь? Меня сейчас тошнит. Блядь, я ни одного сейчас тошнит. Чем дальше, тем подозрительнее. Ебать. Слушай, ну я бы хотел бы себе такую фигурку. Ребята, я знаю, что хочу на день рождения. Чёртовы щели. Ну, давайте сюда пройдем, раз мы все исследуем. То есть это мы с собой брать не будем. Вот я взял бы фигурку бы, блин. Так, тут ничего нет больше. Да я вообще нахер не понимаю, что нажимать в трейсе. Так, тут ничего нет. Чую жопой шоколадного мы проебем. Весь чешусь. Ух мой. Само пекло. Юлька, это...
Рампа или лестница? Я ж нажимал букву А. Давай. Давай. На, сука! Все хорошо. А что она в одежде-то? Ладно.
Либо она нажралась и легла спать в одежде, либо я не понимаю. Ёб твою мать. Это что, блядь, за страшные сны такие? Мам. Дичь, просто дичь. А переодеться можно во сне? Нет. А можно вот эту тут что-нибудь потрогать? Нет. Тут ничего нельзя потрогать. Блин. Мам? Мама? Это не имеет смысла. Я прям ведь в мурашках. Сейчас телек посмотрим. Закончить на этом. Все. Пизду. Я кладу геймпад. Хуя красиво как. She visits my grave while the night winds whip.
Ты справишься, Мэдди. Будь внимательна и держись курса. Ну, то есть знаков. Следуй за знаками. Это что, автостопщица? Ну, в жизни бы я проехал бы. В игре мне, ну, честно говоря, мне интересно. Потому что, типа, блин, ну это ж не жизнь. Короче, я хочу вот сейчас закончить. Блять, мне игра даст закончить или нет? Так ты, конечно, трешак, блин. Это Лада Гранта? Чё, в натуре Лада Гранта, смотри. Привет! Вас подвезти? Пробило колесо. О, вы американка? Да. И я. Ладно. Ну так что, подвезёте меня? Конечно. Да, садитесь. Мне к поместью Герант. Оно дальше по дороге. Ха, странно. Я так-то тоже туда еду. Сегодня Fortnite обновление. Значит, нам по пути. Надо будет глянуть. Да, верно. Надеюсь, там сделают от первого лица. Блин, если форточки сделают от первого лица, это будет, конечно, вообще топчик. Значит, нам обеим по пути? Удивительно. Да уж. Хотя, честно говоря, чего удивляться, мы ведь уже довольно близко, а дорога вроде без развилок и поворотов. Так, вы сказали, вы едете в поместье Герант по делу или... Я молчала. А? Вы откуда? А? Где вы живете? В Париже. Живу в Париже. Какая-то сейчас. Неприятная. До этого бабенка. Была в Амстердаме, Дублине, Милане, Лос-Анджелесе и в Орегоне. Очень давно. Круто! Кстати, моя мама из Орегона. Ну, одна из них. Слышала там весьма неплохо. То есть, что это, конечно, та еще дыра. Ну, такая уютная дыра. Я там, правда, не была, так что сама без понятия. Я из Нью-Йорка. Выросла там. Никуда и не выезжала толком, пока не поступила в колледж. Здесь, в Англии? А, нет, в Берлине училась. Кстати, я Мэдди. Линда. Давай на ты, Мэдди. А, хорошо. Сначала казалось, что ты вот-вот меня оглушишь. А, прости. Мне кажется, нам пиздец. Интересно, того шоколадного можно было спасти как-то? Ну так что ты знаешь про поместье, куда мы по воле случая обе едем? А что ты о нем знаешь? Подожди, что так за еврейские честно, вопросы, я первая. Блядь. Ладно, ну, я ничего не знаю, как и ты, судя по всему. Я не говорила, что не знаю. Это видно. Видно? Видно, да. Мне известно, что я приглашена на личную встречу к Августине Либер. На какое-то пафосное мероприятие. И в моих же интересах его ни в коем случае не пропустить. Хм. Блять, это шла до Гранта, ёпта. Я получила точно такое же приглашение. Хм. Thank you.
Эй, взгляни-ка. А вот и золотая жила. House of Darkness. Местечко, конечно, слишком мрачное. Я хотела сказать, что оно как в ужастиках. Точно. Так что, мы стучимся или... Не знаю. О, нет, я... Звоню. Взламываем. Может, никого нет? Ну, я приехала точно ко времени. И я. Эй! Есть кто дома? Сумасшедшая девчонка. Житейская мудрость. Дергай все двери. О, думаешь? Ну, нас же ждут, верно? Что ж такое? Просто войдем? А почему ты меня спрашиваешь? Ну, ты же взрослая. Как и ты, Мэдди. Ты же взрослая. Тогда пойдем внутрь, что ли? Все, вот здесь нахрен и остановимся. Нет. Давайте здесь и остановимся. Бля, ну это, конечно, было дико. Игруха дикая. Пиздец. Я прям хочу жрать, срать. Нормально нервы пощекотало. Короче, если наберем просмотры, продолжим дальше играть. Если нет, то продолжим тогда Детройт проходить. Не знаю, что там, блядь, с этим, как его. С Ютубом, конечно, вообще жопа полная. Все. Всем хорошего утра, дня. Всем до встречи. Давайте рейд еще передадим кому-нибудь. Фух. Вам как игруха понравилась, нет? О, Морозыч прогноз погоды сделал. Мороз сделал прогноз, и один человек только проголосовал. Не, ну прикольно. Так, давайте. А кто нас смотрит-то вообще? Ни хрена, а сейчас сколько народу смотрит? Ребят, не забываем подписываться. Ну, а я на сегодня пока что хватит. Если чё... Если чё... Может, вечером сегодня... Скорее всего, наверное, да. Вечерком мы как раз бабахнем с Римчик. Так что, чтобы не теряться, подписываемся. Всем хорошего вечера. Так, управление, студия. Бля, я прикиньте, я забыл, как делать рейд. Я вспомнил. А давайте, знаете, как сделаем? Сейчас, минутку. Ребят, что-нибудь напишем, нет? Он сноб в вопросах бизнеса? Фу.
что все какие-то неразговорчивые. Так, госпожа Либер, защищаюсь с вашими инструкциями. О, а лысый. Вот лысый мы передадим. Студия. Так, ребятки-котятки. Всем до скорой встречи. До скорой встречи. Та-ра-ра, та-ра-ра. Па-ра-па-па-ра-па-ра-ра-па-ра-ра. Дичь. Просто дичь. Все, всем пока-пока.